Тенденция на осень. Украшения в итальянском стиле. Амальфи, Тоскана, Сардиния, Лугана. Все эти слова звучат как музыка. Если в этом году вам не посчастливилось посетить Италию, отправляйтесь исследовать этот европейский регион вместе с нами, любуясь ювелирными изделиями в истинно итальянском стиле. Оговоримся сразу. Итальянский стиль в украшениях – это не про ноу-хау и не про ультрасовременность. Это монументальная форма, солнечный блеск желтого золота и неизменно дорогой внешний вид. Кольца с фианитами. Броские и эффектные украшения мгновенно настраивают на позитив. Это как тот самый праздник, который всегда с тобой, но только в миниатюре. Хотя в итальянском стиле даже миниатюры выглядят как выдающиеся объекты ювелирного искусства. Колье с фианитами. Если вы часто носите слишком базовые вещи, итальянский стиль в украшениях подойдет вам как никакой другой. Он оживит ваш собственный стиль и добавит ему толику блеска. Серебряные серьги. Отправиться в шопинг-тур по Италии – это ли не отпуск мечты? Хотя, если украшения в итальянском стиле продаются со скидками и здесь, то порадовать себя обновками можно, не выходя из дома. Браслет с фианитами. На цветочных изображениях, а также на фигурах животных итальянский стиль не экономит. В них не закладывается какой-то мистический смысл, скорее это просто восхищение совершенством природы во всех ее проявлениях. Колье с фианитами. Одна из принципиальных характеристик украшений в итальянском стиле – это монументальность. Их должно быть видно, они заявляют о себе громко и как бы намекают на то, что их хозяйка – сильная и яркая личность. Кольцо с фианитами. Играть с формами и фактурами – любимое увлечение итальянских дизайнеров украшений. Минималисты от такой эклектики приходят в ужас, а максималисты – в необъяснимый восторг. Браслет с фианитами. Стать обладательницей такого необычного браслета значит пополнить свою коллекцию вещью-хитом, которая всегда будет в центре внимания.